Всем привет! С вами команда Carp Today, и сегодня мы хотим поговорить про сумки для карповых грузил. У нас сегодня на обзоре представлено несколько вариантов. Первый — это сумочки от компании ESP в двух вариантах, Small и Large. Это сумочки от компании Fox, которые идут из серии Royal и серии FX. И сумочки от компании Task, также Small и Large. Сами мы пользуемся тремя сумками из этого набора. Это маленькая сумка от компании ESP и две сумки от компании Fox. И сейчас мы посмотрим на них подробнее. У каждых из этих сумок есть свои преимущества, достоинства, а также некоторые недостатки. Мы сейчас на это все посмотрим, откроем, рассмотрим, чтобы вы точно знали, какую сумку вам нужно приобрести. Начнем мы с сумочек от компании ESP. Как мы говорили ранее, они бывают в двух вариантах, маленькая и большая. Сделаны они из достаточно прочного материала с фирменным логотипом ESP. Молния этой сумки достаточно прочная, хорошо ходит. Посмотрим, что же внутри сумки. Внутри мы видим отсек из мягкой ткани и две регулируемые перегородки. Их можно вот таким образом здесь оторвать и внутри закрепить в таком положении, как вам удобно. На таком расстоянии, каком вы хотите. Они на липучках. Липучки держатся хорошо. Мы сейчас покажем сумку, которой мы уже давно пользуемся, и вы в этом сами убедитесь. Вот, например, мы разделили сумку на три отсека. Чем-то отличается большая сумка от маленькой. Посмотрим. Тоже хорошая молния, тоже материал. Внутри мы видим отсек, который побольше размером. И здесь уже вместо двух три перегородки. И еще главная отличительная особенность – это карман на молнии, прозрачный полиэтилен, в котором вы можете хранить различные аксессуары. Сейчас мы достали из закромов нашу сумку, посмотрим на нее. Сумку мы эту купили 3 года назад, до сих пор она с нами ездит. Материал стал, конечно, немножко мягче, но при этом он не порвался и выглядит достаточно хорошо. Молния, как вы видите, идеально закрывается, открывается. Отсеки вот эти регулируемые мы как прикрепили вначале, так они и держатся, и видно, что липучка, в принципе, себя отлично чувствует. Чем же хороша данная сумка? Ну, в первую очередь, наверное, своей доступной ценой. В принципе, приобретая эту сумку, вы можете возить с собой достаточное количество грузил, но много грузил в этой сумке перевозить уже будет достаточно проблематично. Потому что, во-первых, она будет очень много весить, и так как на ней нет ручки, то переносить ее будет достаточно непросто. И второй момент, в этих перегородках большое количество грузил, они начинают перекатываться. Поэтому мы сумку эту используем для маркерных грузил или для плоских грузил, которые не так часто используются, но тем не менее они всегда могут пригодиться. Теперь посмотрим на сумки от компании Fox. Как и все сумки Fox, существуют две версии. Первая — это серия Royal, и вторая — серия FX. Мы начнем с Royal. У нас сейчас наша боевая сумка, с которой мы тоже постоянно ездим. Что бросается сразу в глаза? Конечно же, это ручка. То есть в этой сумке есть ручка. И сделана она сверху с прокладкой из эво-материала. Вот так ее очень удобно держать, носить, переносить. Здесь идет усиленная стропа, которая точно не оторвется. Но это уже проверено, потому что мы сумку эту носим и действительно нагружаем ее достаточно сильно. И как видим, ничего с ней не произошло. Выполнена эта сумка из тоже плотного, качественного материала. Молния здесь намного толще, чем у сумочек от компании ESP. Смотрим, что внутри. Внутри у нас есть карман на молнии с сеточкой. Ну и смотрим, что у нас внутри самой сумки. Внутри самой сумки у нас также присутствуют две перегородки, но эти перегородки уже более прочные. Они сделаны внутри из пластика. Эта сумка достаточно вместительная. Это видно уже потому, как мы ее напихали грузилами. Если говорить о количествах, то в среднем в эту сумку влезет от 60 до 80 грузил. В зависимости от размеров или унции, которым вы пользуетесь. В принципе, обладая этой сумкой, вы сможете закрыть уже вопрос о перевозке и хранении ваших карповых грузил. Ну и наша любимая сумка, венец творения от компании Fox, это сумка серии FX. Чем же так хороша эта сумка? В первую очередь тем, что она сделана из материала кордуры. Мы смотрели много различных сумок от разных брендов, но из материала кордуры мы не встретили пока что ни одной сумки. Чем же он так хорош? В первую очередь тем, что
Он износостойкий и очень прочный. И во вторую очередь тем, что он обладает водоотталкивающими свойствами. То есть вы эту сумку можете оставить под дождем, и с ней ничего не будет. Например, наша сумка находится всегда около стойки для удилищ. Мы довольно часто меняем грузило на наших рыбалках или соревнованиях, и для того, чтобы не ходить туда-сюда в палатку, потому что это очень съедает время, мы держим эту сумку под стойками и не беспокоимся о том, что они намокнут или там все перемешается в воде. Мы просто доставим грузило, одеваем, закрываем сумку и оставляем его под дождем. Теперь более детально посмотрим на сумку. Здесь также пришита ручка из эво-материала, усиленная стропа. Молния очень прочная, такая же толстая, как и в сумке Рояль. Хорошо ходит, два замка. Открываем, смотрим, что же там у нас внутри. А внутри нас ждет пластиковый контейнер. Преимущество контейнера в том, что груза здесь точно уже не перемешаются. Вы можете забить ее, эту сумку, полностью доверху грузилами, и она не потеряет свою форму. Также здесь присутствует очень классный карман, в котором можно хранить различные аксессуары. Мы, например, храним там литкоры. То есть, когда нам нужно быстро поменять литкор, мы достаем запасной литкор, достаем грузило, цепляем, надеваем на удилище и вперед. Заброс! Если посмотреть на эти две сумочки рядом, Royal и FX, видно, что FX выше. То есть вместительность грузил здесь еще больше. От 100 до 120 грузил сюда смело поместится. Ну и в завершение сумочки от компании Tasca. Начнем с маленькой сумочки. Размер у нее действительно очень малы. Здесь всего одна перегородка сверху сделана, одна молния. Материал качественный, плотный. Вот, молния ходит хорошо. Вот, ну, здесь она реально, наверное, подойдет для каких-то сталкеров, которые носят с собой немножко мало грузил. Не нужно, нужно, наоборот, сохранять пространство, экономить. И для них эта сумочка подойдет, в принципе, отлично. Но вот большая сумка от Tasca нас достаточно заинтересовала. У нее есть несколько отличительных особенностей, которых мы не встретили у сумок от компании ESP. Посмотрим на них. Первая – это ручка. Здесь она присутствует. Пусть она не такая комфортная, как у сумок Fox, но тем не менее она есть. Это однозначно плюс. Молния с одним замочком. Тоненькая, но визуально очень надежная. Смотрим, что же у нас внутри. Внутри у нас три перегородки. И чем они хороши? Тем, что, во-первых, они сделаны тоже из пластика плотного. И у них липучка идет по всему периметру, кроме верха. То есть она прикрепляется также снизу, и это препятствует тому, что груза будут перекатываться внизу сумки. Также здесь есть карман на молнии. Ну и самая интересная особенность, которая нас в этой сумке заинтересовала, это то, что по верхнему краю вставлен железный стержень, который позволяет сохранять прочность сумки и держать форму. Вот такая вот достаточно интересная и недорогая сумка от компании Tasca. Ну вот, мы посмотрели на все сумки, давайте подведем короткий итог. В первую очередь мы бы, конечно же, рекомендовали приобретать сумки с ручками, потому что это очень удобно, действительно, при переноске. Те, кто сталкивался с этой проблемой, знают, о чем я сейчас говорю. Если бюджет позволяет, то мы бы, конечно, рекомендовали приобрести сразу сумку Fox серии FX. Вы закроете вопрос с хранением и перевозки ваших грузил раз и навсегда. Материал кордура, водоотталкивающий слой. Все это, конечно же, способствует длительному хранению и долговечности вашей сумки. Если бюджет немножко поменьше, то мы бы рекомендовали обратить внимание на сумки от компании Fox серии Royal или сумку от компании Tasca. Они тоже с ручками. Материал, конечно же, не кордура, но тем не менее он очень надежный и прочный. Ну и если ваша рыбалка подразумевает небольшое количество грузил и вам не нужно там переносить огромные веса, то можно приобрести сумочку маленькую от компании ESP или сумочку от компании Tasca. Все данные товары вы можете приобрести в магазине carpshop.ru. С вами была команда Carp Today. Подписывайтесь на наш канал. Всем привет!